А когда меня спрашивали, какая у вас профессия, я подумал, ну кому вообще интересен советский саксофонист? И записался по старой своей морской профессии. Выяснилось, что в Эдмонтоне моря нет. Ближайшее море туда 1500 верст или туда 1500 верст, там в середине континента. Но есть река Соскочеван. Так что теоретически, если бы я попал в Эдмонтон, я бы, наверное, был скипером баржи или водил бы буксир по реке, и так бы и закончил славно свой рабочий путь. Но случилось иначе. Леня говорит, давай к нам, и куда? А он уже работал на BBC. Я говорю, ну я как-то к этому не готов. Вообще я к журналистике не имел дела, тем более политику мы, как музыканты, принципиально презирали. Не занимались мы этим делом. Советская власть лезла за своей идеологией, а мы, как говорится, ее в упор не видели. А среди ленинградской интеллигенции вообще было модно ни в какую политику не лезть. Например, Бродский Иосиф, наш знаменитый поэт и лауреат Нобелевской премии по литературе, гордился тем, что не знал ни одного члена ЦК КПСС, хотя портреты их висели на каждом углу. Он их не знал ни в лицо, ни по имени. Ну и мы примерно так же. Поэтому я так замежевался, но галочка, дай бог ей здоровье. Она, во-первых, меня вывезла, а во-вторых, вот заставила тогда идти на BBC сдавать экзамен. А как она меня вывезла? Я ведь после джаз-оркестра был руководителем одной из ранних советских этих ВИА, поп-групп, «Добрый молодец». Мы придумали, ребята, разработку старых забытых русских народных песен, и вот этот образ доброго молодца, в общем-то, с одной целью, чтобы нас не стригли. Потому что добрый молодец должен иметь кудри до плеч. Понятно? И во всех сказках, во всех детских книгах откроешь, вот добрый молодец, вот такие вот все. Поэтому приготовили какие-то боярские костюмы, то все, и в общем мы так играли. Но когда я впервые с добрыми молодцами выступил, это было в Астрахани, в начале 70-х годов, они меня пригласили руководителем с тем, чтобы я, как мастер театральной интриги, перевез бы их из Читы, где они деньги зарабатывали, в Москву. Я согласился по своим там соображениям. И когда на первом концерте, значит, мы заканчивали, я как руководитель всех объявлял. Такой-то, там, Майбестов, там, Самыгин, а барабанщик Ляпка в конце задорно кричал: «Руководитель ансамбля Всеволод Левенштейн!» И по залу, знаете, как рябь по воде прошла. И я понял, что называться Левенштейном в былинном русском ансамбле просто бестактно. Ну, и потом это неправильно исторически даже. Ну, не было в Древней Руси никаких Левенштейнов. Поэтому я тут вспомнил фамилию своего кумполита. А я плавал на пароходе Верхоянск, и у нас первый помощник капитана по политической части. Мужичок был такой, невысокого роста, новгородский какой-то, или там на О говорил, короче. Фамилия у него была Новгородцев. А, например, он с капитаном, а капитан у меня Полковский был, благородный человек, красивый, как киноактер, прозападный, вальяжный. И вот они с этим Новгородцевым все время беседы вели в кают-компании. Капитан ему говорит: «Николай Петрович», так это по-джентльменски, он говорит, «если посмотреть на ваше лицо под микроскопом, так ведь оно все в мелких порезах». Он говорит, это почему же, Александр Федорович? Он говорит, потому что вы бреетесь безопасной бритвой. Она сбривает волосы и режет вам кожу. Ну, говорит Николай, да. А я, говорит, бреюсь бритвой Philips 50, говорит Александр Федорович. Она, знаете ли, не бреет, а стрижет под корень и еще массирует кожу. Очень, говорит, благородно. Вам хочу порекомендовать. Ну, капитан поговорил, они откланялись, разошлись. Новгородцев остался и мне говорит: «Всеволод Борисович, если однажды, войдя в мою каюту,
вы увидите на столе бритву Philips 50, ищите меня на мачте. Я повесился. Ну и вот я вспомнил, например, а еще он был такой рачительный мужик, мне кажется. У нас был культурный фонд. Я как третий помощник начислял его инвалидные деньги, зарплату. Полагалось матросу тогда 40 инвалидных копеек в сутки, капитану 2,20. Ну, остальные там по ранжиру. И также полагалось 40 копеек инвалидных денег на культуру в сутки. Предположим, приходим мы в Бремен на 3 дня. И выдают по рубль 20 на человека, ну, в валюте. Обычные ленивые комполиты раздают команде, говорят, идите в кино, там, в музей или что-нибудь в этом духе, но только по трое, по одному не пускали. А новгородцы денежки копили. А потом накупит и что-нибудь купит такое, ну вообще. Первая покупка была, это игра в хоккей, самый большой, железный, самый прочный. В него играли круглые сутки. Вся команда, они его называли для краткости «Кахей». И вот в «Кахей» занимали уже с часу ночи, там, лупили изо всех сил, но он так и не сломался. Как я помню, он так и продолжал функционировать. А вторая покупка, новгородцев купил нам настоящее западно-германское духовое ружье, самое лучшее, с бесконечным, значит, коробочками этих патронов, какие-то тысячи. Ну и моряки очень обрадовались, потому что чем на берег ходить, тратить деньги, лучше в воскресенье мы на палубе, там, на корму ходили, на корму, да, на корму, а стрелять по спичкам или по картошке. И вот мы стоим там на корме, там, стреляют по картошке, а из картошки можно выковыривать еще эти пульки было. Порт, любой порт в западных странах был открыт. И сейчас, собственно, они открыты. Если в Советском Союзе стояла вохр там с примкнутым штыком, колючая проволока, и не дай бог ты близко к портовой стене подойдешь, так тебя еще и арестуют за попытку к бегству. А там все открыто, и какие-нибудь там старички с внуками гуляют в Западной Германии. Он внукам объясняет, das ist Argentinische, das ist Brasilische, das ist такое там французище, и подошел к красному нашему флагу. Он так вяло развивается на слабом ветру, и он увидел, значит, русский шипок. Видит это ружье, и что-то на его лице отразилось мучительное какое-то воспоминание, которое никак он не может вспомнить. И вот лицо его искаженное, он смотрел на это ружье, на нас, никак не мог вспомнить. Потом, наконец, счастливая улыбка озарила его лицо. Он замахал, как нам родным братьям, и закричал во весь голос: «Расстреляю, как зубаку!» Короче, я вспомнил Новгородцева на этом концерте и думаю, ну, по-моему, он был бездетный. Потом мне его дети написали, это я ошибался, но не важно. Фамилия подходящая. Я так назвался, и с тех пор, значит, на всех афишах, все, уже конфликта нет на национальной почве. Но потом мы стали известны, я их сумел перевести в Москву, блин, концерт. Мы уже там стали выступать на больших стадионах, ходить на телевидение. Придешь на радио или на телевидение, паспорт. Даешь паспорт, а ты по другой фамилии. Тебе пропуск сделали на Новгородцева, а ты какой-то там Эйнштейн. Кстати, я выяснил, что за фамилия у меня, это под Штутгартом есть город Лёвенштайн, центр виноделия. И он на 40 лет старше Москвы. И я говорю всем, что я, конечно, германская аристократия, ни в коем случае не примазываюсь, но все-таки приятно знать, откуда у тебя фамилия появилась. Короче, после долгих мытарств я решил фамилию поменять. У меня была установка остаться в Союзе, как-нибудь у меня был лозунг перебиться до пенсии, а там, думаю, как-нибудь доживем. Тем более, что отец меня пытался устроить на такую непыльную работу, быть агентом в Инфлоте. Скажем, приходит иностранное судно, приходит агент Инфлота и говорит, что вам, билеты в цирк, экскурсию на автобусе, там, белье в прачечную и так далее. И работа была такая, сутки на дежурстве, ну, там, может быть, и спать можно, и телевизор смотреть. А потом трое свободен. Ну, я думал, что я там день отработаю, потом трое буду суток на саксофоне на своем играть.
Но уже пошла такая страда, когда люди в Израиль начали отъезжать. И КГБшники очень не любили, когда в их организации, на их участке кто-то уезжал. Это как бы его недосмотр. Поэтому КГБшники проявили активность, и несмотря на связи отца, он там 50 лет на флоте, вообще всех лично знает и так далее. И начальник этого инфлота меня принял как сына родного. Вся эта история провалилась. И, в общем, стало понятно, что надо как бы уезжать. Вот. Но мы сейчас возвращаемся в Остию, к Ленчике Фигину. И он, значит, меня приглашал на НПСИ, и я поехал сдавать экзамен. Сдавал экзамен в Риме, в английском институте. А все очень просто. Нужно было перевести. А у меня английский был рабочий. Я работал даже переводчиком один сезон, правда, очень недолго, в интервисте. А потом надо было что-то начитать, но я вспомнил дикцию, там, это система Станиславского, выразительность. Я потом еще в самодеятельности участвовал, еще был актером юным в 14 лет. Это я прочитал. И надо было еще что-то такое написать, ну, какой-то рецензию на фильм. Написал, в общем, не блестяще, но проскочил. Потом приехал дядька, провел со мной, один из редакторов русской службы, провел со мной собеседование на английском, ну, я с ним бегло поговорил, ему понравилось. Ну и, наконец, отправили документы, куда надо, на проверку, был ли я там член партии или еще что, ну, не был, не состоял, не привлекался. Но тут, кстати, хочу сказать, что перед отъездом в Советском Союзе у меня была проблема с друзьями. Был такой критерий, надо, чтобы он знал или интересовался западной культурой, там, джазом в частности. Желательно, чтобы знал английский или хотя бы учил. Желательно, чтобы имел высшее образование. И главное, чтобы на КГБ не скучал. И по одному из этих четырех пунктов всегда был проход. Или английского не знает, или западной культуры не интересуется, или образован, или стучит. А мы стукачей почти все знаем. И тут, когда я наконец вошел на BBC, я тут перескакиваю немного вперед, захожу, и сидят они касатики. Все знают английский язык. У всех высшее образование. Все интересуются западной культурой. И английская разведка для меня проверила. Они не стучат. Дружи с кем хочешь. Так что я попал в замечательный коллектив, и действительно можно было дружить с кем хочешь, совершенно ничего не опасаясь. Но дорога на BBC еще в тот момент была очень длинной. Когда, наконец, мои документы проверили, то пришла красивая бумага «Рабочий контакт». Вот итальянцы его и прочитали как BBC. Но в Лондоне меня ждут, волнуются, приезжайте скорее. А как я в Лондон поеду? У нас ни у кого нет паспортов. Совершенно абсолютные беженцы, классические. У нас там долго документов не было, и англичане писали очаровательно в графе «национальность» «nationality uncertain». То есть национальность такая неопределенная, какая-то неточная. На самом деле никакой национальности в тот момент не было. Потому что они-то понимают национальность как принадлежность к стране, а не к этнической группе. Но не важно. И мне нужно было паспорт выбивать из итальянцев. А итальянцы обязаны по международному закону такой паспорт для путешествий дать. Он называется «Титоло ди Виаджо», «Титул для путешествия». Занимается этим всем полицейское управление под названием «Квестура». Квестор – это должность, уходящая в самое начало Древнего Рима. Это были люди, которые расследовали преступления и задавали вопросы. Отсюда вот квестер, потому что questions – это все один корень. Но к моему моменту похода в квестуру она значительно разрослась. Это был целый квартал в одном районе Рима. Мощнейшее здание, пятиметровые стены, решетки чугунные, карабинеры стоят с автоматами и с оружием стабильно. И ты туда проходишь, садишься в очередь, посиживаешь 4 часа и попадаешь в зал со сводчатыми потолками, где сидят, как говорил Хлестаков, сидят, и пером только тр-тр-тр-тр, да, человек 100. Я по очереди попал к этому человеку. Ну, я его, конечно, не интересую лично совершенно, но работает с работой.
Он сидит, заполняет формуляр и говорит, значит, адрес, какой у тебя адрес? А мы жили в Остии на улице имени итальянского адмирала по имени Умберто Канди. Он был известный итальянский полярный исследователь. Как мужика из солнечной Италии занесло на Северный полюс, я не знаю. Но во всяком случае он был и исследовал, и не дошел до Северного полюса всего 35 километров. Дом у нас был 21, по итальянски Вентуно. Я ему говорю адресу Вентуно, Виа Умберто Канди. Он говорит, о, и я тоже. Вентуно, Виа Умберто Канди. Ну, понятно, что он не в нашем доме живет, а живет по такому же адресу, но в другом городе. Вы знаете, как раньше называли у нас улицы Ленина во всех городах, или Фрунзе, или Красная, там, или еще какая. Вот так и там героев Италии не так уж много, имени Умберто Канди назвали улицы в нескольких городах. Так что он живет тоже в Вентуно, Умберто Канди. Любопытно. Потом стал спрашивать, дети есть у тебя? Фильи. Я говорю, си, фильо, Ренато. А у меня сын татарин Ренато. Но в Италии это итальянское имя. Он говорит, о, и я Ренато. Ну, в общем, мы мило поговорили, простились, и он, не улыбаясь, так заверительно говорит, приходи на следующей неделе. По-итальянски это звучит как «Settimana prossima». Ну и пришел, галочки говорю, все, на следующей неделе, наверное, будет готово, уезжаем. А галочка, надо сказать, меня считала интеллигентом, слюнтяем и человеком неспособным ни на какие решительные и правильные действия. Ну, в Ленинграде я действительно был такой. Она женщина деловая, знакома была с фарцовщиками, у нее какой-то был оборот одежды, там даже прочее. Устраивала мне пластинки, которые мне были нужны, в том числе ранний там вот этот весь рок-н-ролл 70-х годов. У меня была полная коллекция. А я что, на зарплате был музыкантом, там что-то получал, 150-180 рублей. Поэтому она ко мне относилась с большим недоверием, тем более мы в разводе, только что опять обженились во второй раз. На собственной жене я был женат два раза. Прихожу на следующей неделе в престуру, попадаю, естественно, к другому клерку, потому что их там десятки и сотни. Он смотрит на меня, смотрит на реестр, никаких результатов. Settimana prossima. И я пошел домой. И так из недели в неделю, галочка считает, что я идиот, что как-то завалил вообще все это дело. И говорит, она мне все время повторяла так руки-боки. А как же Славинский? Афима Славинский, мой коллега в BBC, тоже был набран из Лондона, но быстро оформился и уехал. В результате я чувствую, что какая-то петля вокруг меня сжимается, что в этих недрах итальянской бюрократии, если что-нибудь потерялось за этими пятиметровыми стенами, то ты хоть с танком приезжай туда, ничего никогда не найдется. Потому что у них история трехтысячная, и чуть ли не с времен Юлия Цезаря какие-то папки пыльные хранятся до самого потолка. Найти совершенно невозможно просто изначально, по определению, как сейчас говорят. А я спасался в этих длинных очередях тем, чем я спасался в России, в Союзе. Я войду в троллейбус, кругом пролетариат, там, бегемон, а я книжечку открыл английскую, какую-нибудь Агату Кристи или еще что-нибудь. И не видел я в упор вашей всей советской действительности. И тут тоже в Италии, чтобы в очереди не смотреть мне на людей, я книжечку открываю и читаю. И вдруг мне красивый американский бритон говорит, «Oh, you speak English, ла-ла-ла-ла-ла-ла». И мы разговорились. Мужичок примерно моего возраста, там 35-36 лет, светлый, такой с усами, оказался американцем из Техаса. Священник протестантский, пастор, работает в Риме при Ватикане. А у Ватикана, оказывается, разные есть отделения, в том числе они занимаются и кино. И вот там киноотдел, или он называется кинокомиссия. И вот этот мой Джоэль, новый знакомый, там, значит, работает. Он мне говорит, представляешь, какое совпадение? Вот мы с тобой познакомились, ты из Советского Союза, из России, а у меня, говорит, есть 5 фильмов документальных, научпоп такой, ну, правда, с выводом в
религию веру в Бога, но уже дублировано по-русски. Знаешь, какое? Интересно. Давай, говорит, вашим иммигрантам показывать. Я говорю, давай, мне все равно нечего делать, готов. Потом у меня старый переводческий рефлекс, хотелось вспомнить свои там переводческие дни, обновить язык. Ну хорошо, говорит, давай, к субботе ты ищи аудиторию, а я пойду искать кинопередвижку и помещение. Ну где я буду искать аудиторию? Я пошел на почту. А там наши всякие канадовские евреи ходят, так сказать, в темноте. Я подошел к одной группе, ребята, я говорю, тут один пастор из Америки бесплатно кино хочет показывать. Один сигаретку курит, говорит, агитировать за Бога будет. Я, говорит, знаю, Бог всех любит, кроме тех, кого убил, утопил или поразил молнией. Но я понял, что мне тут аудиторию искать не получится. И уговорил свою мусульманскую жену, чтобы она пришла. С Ренатом мы заключили договор. Если он пойдет с мамой, я ему куплю пистолет с пистолом. И еще двоих соседей, если мне говорить. И, в общем, эти четыре человека первыми смотрели этот фильм и слушали проповеди Джоэля. А фильм был, я сейчас запомнил его во всех подробностях, потому что это было сильное впечатление. Фильм был о строении красного кровяного тельца. Вот мы сейчас все сидим. Сейчас мы все сидим, вдыхаем, выдыхаем. Воздух в легких мгновенно соединяется с кислородом, с эритроцитами. Кислород соединяется с эритроцитами. Причем скорость реакции 0,1 секунды. И все. Понимаете? Потом эритроциты расходятся по организму, продавливают себя через капилляры, отдают кислород, собирают углекислоту, возвращаются по венозной системе, опять идут в легкие, и вот так все это дело продолжается всю нашу жизнь. Эритроциты, конечно, там заменяются и отмирают и так далее, но функционируют совершенно идеально. По функции у эритроцита должна быть максимально возможная поверхность. Из математики известно, что это такой бублик без дырки, такой двойной второй, знаете, такая лепешка, которая тонкая в середине и круглая по краям. И когда появились мощные микрофоны, и можно было разглядеть эритроцит в большом увеличении, то выяснилось, что они такую форму именно и имеют. То есть совпадение с одной стороны математической формулы, а с другой действительного явления, который в течение многих сотен лет никто никогда не соединял. И Джоэль говорит, что вот налицо явно какой-то разумный замысел, дизайн. А если есть дизайн, то, может быть, есть и дизайн. Ну, в общем, так мягко он агитировал, и цитаты из Библии приводил. Но самое главное, Библия, из которых он зачитывал в 6-м году, когда мы отъехали, на черном рынке самой дорогой книгой была Библия. Она стоила примерно 150 рублей, то есть полную месячную зарплату. И Библии появлялись только те из типографии Жданова, где тырили, потому что они их изготавливали только для РПЦ в Москве, для управления церковного. А тут, представляете, месячную зарплату просто так раздают. Но народ из материальных соображений потянулся наши фильмы смотреть. И, значит, у нас эта миссия процветает, люди приходят, я перевожу. А поскольку Джоэль должен был говорить короткими фразами, а я переводить, потому что иначе смысл потеряется, то он меня вместо слова interpreter, то есть переводчик, называл меня my interrupter, то есть мой прерыватель. Короче, мы так счастливо функционировали, и Джоэль, да, а на меня, на переводчика, свалило совершенно другая область, потому что библейское дело требует понимания слов, понятий, что такое там гиена огненная, что за избиение младенцев, кто такой Ирод, там, ну и так далее и тому подобное. А с библейскими цитатами я был знаком очень поверхностно, и только по одной причине, что они вообще до меня дошли, что я в свое время учился на курсах интуристов целую зиму. Для того, чтобы работать с иностранцами, для того, чтобы мне достать мундштук для саксофона. Я форсовать не хотел, я пошел легальным путем. Так вот, один из объектов был
Это Казанский собор, в котором тогда размещался музей истории атеизма и религии. И в этом Казанском соборе было произведение искусства такой силы и мощи, что я его сразу записал в свои любимые. Если меня спрашивает какой-нибудь бойкий журналист, какое у вас любимое произведение искусства, я не задумываясь отвечаю. Это большое, тяжелое, пятитонное мозаичное панно под названием «Насильственное обрезание татарского пионера». Слушайте, действительно, это была огромная такая фигня, такая из бетона, на которой из мелких, значит, цветных шашечек все это было выложено, как пионер там свою крайнюю плоть защищает, и как к нему мула с острым ножом крадется. И, конечно, такие зверства религии не могли советского человека с возмущением отринуть все эти измышления, понимаете. И вот тут я столкнулся с оригиналом, со всеми этими делами, сел, стал читать, изучать. А Джоэль мне еще литературу подкидывает, научную. Дело в том, что когда у нас дарвинисты, наши материалисты ругают Америку, что там якобы какие-то религиозные фанатики сидят, заставляют всех по Библии и биологии учить, это неправда. В этих организациях американских, в частности, я знаю, в институте, так называемый Discovery Institute на северо-западе Америки, там работают только доктора наук. Они вообще Библию никогда не цитируют. Они в свои труды основывают только строго, сугубо на науке. И мне Джоэль начал такие вот штуки подкидывать. Но вот из последних, например, открытий, я всем рассказываю, меня это поразило. Вот знаете, у нас в кишечнике, и вообще не только у нас, и у животных, есть жгутиковые бактерии. У них такой хвостик, и они перемещаются довольно резво. Ну вот в человеческом масштабе, если бы мы были такими бактериями, мы бы в секунду скакали на 35 метров. Причем в вязкой жидкости. Что они там в какой-то слизи плавают. И много лет думали, что они хвостиками махают, как рыбы, по этому принципу. Хотя тоже было бы непонятно, откуда у микроба мышцы. Но выяснилось, когда сделали супермощные электронные микроскопы, что у микроба хвост ходит не так, а вот так. У микроба, грубо говоря, в попе электромотор, сделанный из всего одной молекулы. А там 127 белков образуют ротор, статор. Это все действует на слабых токах, которые они получают из биологических растворов. Этот хвостик сделан из белковых блоков. И еще в конце, значит, шапочка надета, чтобы он не трепался. Но сами понимаете, американский биолог назвал это по-английски irreducible complexity, то есть сложность, меньше которой уже ничего не бывает. Между меньше молекулы ничего нет. Кто вообще придумал этот электромотор? Дикая совершенно сложность, там дизайн по своей многослойности просто поражает. Ну вот такого типа мне начал литературу дал. Я начинаю понимать, что все, чем у нас в школе учили, мягко говоря, действительности не очень соответствует. Ну, исключительно научной основе. Тем временем я хожу в квестуру. Получаю стандартный ответ, сетимана просима, я чувствую, что из Италии мы никогда и никуда не уедем. Из BBC шлют письма страстные, приезжайте скорее. А я им в шутку придумал себе даже термин. А вот фрейлина при королеве называется lady in waiting. То есть дама, которая, ну как бы вот, waiter это официант, вот как бы она ждет, как услышать. Lady in waiting. Это фрейлина. А я подписывал свои письма «Gentleman in waiting». То есть я сижу и жду, когда мне паспорт дадут, потому что я в Лондон мог приехать. И я чувствую, мне внутренний голос говорит, надо что-то решать. И я Джоэлю говорю, что я головой понял, но сердцем еще нет, так что ты давай меня, брат, крести. Джоэль в центре Рима, снял протестантскую американскую церковь на целый день, в мраморном бассейне, в
белом хитоне до пят, он тоже оделся в белый хитон, мы влезли в этот бассейн. Он меня крестил, как в реке Иордан, там погружением под воду трижды, чем так тебя через спину перегибают. Я после этого вообще три дня как будто по воздуху ходил, сильное ощущение, надо сказать, открылись там какие-то понимания и ворота и так далее. Прихожу я в свою среду в Калистуру после крещения, высиживаю четырехчасовую очередь и попадаю на кого бы вы думали. На того самого мужичка, который полтора года назад заполнял на меня формуляр. Он на меня смотрит рыбьим глазом и говорит: «Settimana prossima». Потом говорит: «Aspetta, подожди. Via Umberto Cani, 21». Я говорю: «Sì». Он говорит: «Figlio Renato». Я говорю: «Sì». Он говорит: «Porca Madonna». Он отрыгается тут. Лезет в ящик. Я вам клянусь, там лежала одна единственная моя папка, которую, если бы я на него не наткнулся, так бы пролежала там еще 20 лет. Он ее вынул, написал на ней крупными буквами «Urgente», что значит «срочно». Через 10 дней мы отбыли и прибыли в Лондон. Но божественные шутки на этом не кончились. Я там через некоторое время стал вести музыкальную передачу, то есть стал фактически диджеем, диджеем. И разглядывая старые итальянские фотографии, а у нас был семейный жучок, мы его купили у голландских студентов по дешевке в Риме, на барахолке. И ездили так, левым способом, без страховки просто. Так вот, у голландских номеров есть две цифры, спереди и сзади, а в середине две буквы. И разглядывая под большим увеличением этот номер, я увидел, что буквы эти «Ди-Джей». То есть судьба моя была предопределена еще при покупке машины. Так что, поступив на работу, я, естественно, отдавал себе отчет, так сказать, ответственность, которую я должен нести. Ну, перед мирозданием, перед космосом, если хотите, серьезно к работе стал относиться. Работа у нас была такая: приходишь с утра, тебе дают на перевод что-то, назывались мы программные ассистенты, все в одинаковой должности, ты что-то там переводишь или сам печатаешь на машинке или с машинисткой, идешь в студию, зачитываешь, отдаешь ленту, она выходит в эфир, и некоторые вещи мы читали живьем. Например, я состоялся как радиовещатель, как радиожурналист, в один день. Может, у меня были недостатки, там, дикция не очень, голос нехороший, но у меня были два достоинства. Я умел шевелить ушами, и я еще умею читать вверх ногами. И я пришел с одной коллегой, Люси Курицкой, она такая воображулька. Она считала себя уже законченным профессионалом, а тут появился какой-то фрукт, саксофонист какой-то, штурман, ну, вообще, с кем дело я имею. И мы с Люси пришли в студию, а мы сидим напротив друг друга, и она только один сценарий принесла, а читать-то его надо на два голоса. Люси говорит: «Ой, Сева, ужас, я забыла вторую копию сценария». Говорю: «Люсенька, не волнуйтесь, вы положите лист перед собой, а я уж как-нибудь прочту». Она говорит: «Как вы прочтете?» Я говорю: «Вы не волнуйтесь, я прочту». И вот живой эфир, микрофон, зеленый свет, она читает, сама трясется. А я спокойно вверх ногами, да еще с выражением. Из студии я вышел признанным профессионалом. Ну, в общем, работа, честно говоря, довольно унылая, потому что эти все переводы, ты сидишь в пыльной конторе, а кругом в мире происходят одни несчастья, потому что новостную организацию интересует только землетрясение, наводнение, массовые гибели, там, обвалы рынка, там и все такое. Ничего хорошего ты в новостях никогда не услышишь, даже по английским новостям. И поэтому такие несчастья: в Сомали кого-то потеряли, потом в Сомали кого-то нашли, там, ну и так далее, ужас. И я начал уже унывать и стал осматриваться, что вообще там еще происходит. А там уже была эта поп-программа, к
которая уходила корнями неизвестно куда. Когда-то ее вел англичанин Тони Кэш. Он объявлял себя: «У микрофона Кэш Антоний, любитель джаза и симфоний». Ну, у них такой юмор был еще там в 60-х годах. Потом был Барри Холлан, потом был Пол Марш. А когда я пришел, то там был не русскоговорящий англичанин, а англоговорящий русский, Сёма Йосман из Литвы, в эфире «Сэм Джонс». А Сэм Джонс был геройский парень. Он успел эмигрировать в Израиль, служил в танковых войсках, по-моему, участвовал в войне 73-го года, остался жив, поступил на BBC, и ему вообще все было пофигу. Он такой был вообще, парень такой. Мы его называли «Шоссе энтузиастов». А он в ответ, прошу прощения перед дамами, называл меня: «Привет, многоёбцев!» — он мне говорит. А я тогда от отчаяния тоже, от уныния, стал издавать как диссидент сценную газету. В большой комнате мы повесили лист, такой метр 4 или 5 длиной, и прикалывали туда свои заметки. Газета называлась «Самодур», потому что, во-первых, чего хочу, то и пишу. У нас была полная свобода слова, не то, что на этом самом BBC, когда это нельзя, то нельзя. А второе значение «Самодура», что сам себя дуришь, из этого ничего никогда не получится. Так вот, в этом «Самодуре» я про Сэм Джонса написал заметку. «В воздухе запахло дорогим лосьоном для бритья». И действительно, через 5 минут появился Сэм Джонс. Сэм Джонс одевался фронтовато, никогда в одном и том же не ходил, вел, значит, популярную эту музыку, и у него был принцип. Он считал западло писать какие-то слова себе на бумажке. Он, как настоящий герой, шел в эфир, вооруженный пачкой сигарет и банкой пива. Вот. Ну, конечно, это стоило ему диких нервов, но на этом адреналине, на этом страхе у него шла, перла жуткая совершенно энергия, у него гласные удваивались, он все так рвал, и металл, и бату, трюху. И выходил, лицо у него было похоже на карту административной Европы. Здесь зеленое, здесь красное, там весь пятна. Ну, кстати, он на этом деле инфаркт себе заработал. В 87-88 году в студии прямо свалился, там лечился долго. Но у нас с Сэмом были дружеские отношения, я ни в коем случае не комментировал то, что он делает, ну, как бы не мое дело. Но начальство понимало, что тут сидит музыкант с каким-то опытом, а Сэм Джонс, при всем к нему уважении, просто энтузиаст. И в июне 77-го по программу поделили. Половину отдали ему, половину мне. То есть неделю он, неделю я. Ну, он так, может быть, ему не очень понравилось, но он никаких претензий ко мне не имел. Примерно через год Сэм Джонс загрустил и стал мне говорить: «Сир, я, говорит, на эту нищенскую зарплату жить не готов. Что я тут буду до смерти вообще в этой пыли кувыркаться? Я уезжаю». Я говорю: «Куда ты, Сэм, уезжаешь?» «Я еду в Америку, к дяде. Он недвижимостью торгует в Калифорнии. Поеду делать 1 миллион. И Сэм заявил начальству, что он уходит. «Ну, ему говорит: пожалуйста, уходите, это ваше право, подайте заявление, и как по контракту у вас написано, через 3 месяца мы вас отпустим». Сэм, значит, сделал, все поступил по-геройски, как настоящий солдат на передовой. Он созвал гостей, пригласил все начальство и вышел к ним под звуки музыки в майке, которую сделал специально в одном экземпляре. Было крупными буквами написано: «I am in breach of contract». «Я нарушитель контракта». Они на него посмотрели, а он помахал ручкой и ушел, но на завтра уже уехал в Америку, и никто ничего ему, конечно, сделать не мог, потому что, ну, и не поймаешь его за хвост, не удержишь. Сэм вернулся через год, какой-то побитый, несчастный. Первый миллион он не сделал, он поехал там в Израиль, еще девушка у него там погибла в трагических обстоятельствах. Но его помурыжили и все-таки взяли назад. Следующая наша с ним встреча была в столовой. Он говорит: «Степка, уезжай в Америку опять». Я говорю: «А что такое?» «А еду в командировку на месяц. Вот мне дали магнитофон,
такой дорогой ему дали репортерский магнитофон Штудер, который писал как студийный. И он поехал в Америку записывать музыку и интервью. Вилли Токарев, Шуфутинский, Люба Успенская, ну и все эти наши знаменитые люди, отъехавшие, которые там зародили и развили совершенно новый жанр кабацкой песни на высоком, надо сказать, уровне. Почему? Шуфутинский, во-первых, образованный музыкант, а во-вторых, он сам руководил ансамблем, какой-то «Лейся песня», по-моему. И в Америке он нанимал только профессиональных американских студийных музыкантов, у него все было вот так вот, чисто сделано, блестящие оркестровки. А Вилли Токарев, контрабатист, тоже с музыкальным образованием, закончил там, учился несколько месяцев на латиноамериканских ритмах. То есть умеет на всех этих штуках играть и знает все варианты. И они, конечно, стали создавать «Будь здоров, какую продукцию», так что Сэм правильно обратил на это внимание и записал. И он вернулся через месяц с колоссальной коллекцией всех этих песен и раз в неделю делал свою передачу, она называлась «Перекати поле». Ну, потому что иммигрант корни потерял, он как трава катится шаром по земле. Так вот, с легкой руки Сэма страна пила эту сладкую отраву, и из этого зародился шанс, как я его называю, музыкальный сорняк, который уже не увянет никогда. Называется он шансон. Слово придумал Сент-Джонс, поэтому все претензии к нему. Ну, встал вопрос о том, где-то надо жить. А мы жили у знакомой Польки, и она в Канаде много лет прожила. Она работала в этом агентстве ЕРЧИ, наше дело вела. И мы с ней зазнакомились. Она блестяще говорила по-русски, и она собиралась назад в Лондон. Ей было надо замуж выходить во второй раз уже. И когда мы приехали, мы остановились у нее была квартира в Кенсингтоне. А контракт мой первый в BBC на 3 года, из них 6 месяцев испытательный период. Ну, вдруг-то, я не знаю, запойный пьяница, начальство по лицу набьешь. Или совершишь что-нибудь такое совершенно, ну, уже ни в какие ворота не лезущее. Например, нас предупредили, что с BBC могут уволить без всяких разговоров за 2 вещи. Первое, если ты не купил телевизионную лицензию на просмотр программ BBC. И второе, за секс в студии. Даже студия — священное место, там, не дай бог. Хотя уютно. И дверь закрывается. Короче говоря, я выхожу, значит, из терезанной квартиры, и как раз от дверей до самого BBC идет автобус номер 15. Ну, первый день я еще как-то удачно успел, а второй день стою, 20 минут его нет, полчаса, 40 минут, я уже опаздываю катастрофически, и вдруг приходит сразу 3 автобуса. И 3 автобуса вместе уезжают. Выяснилось, что в 50-е годы никто не хотел идти водителем автобуса. Зарплата невысокая, труд достаточно трудный. Англичане вообще как бы хотят только в высших сферах работать. Поэтому, недолго думая, пригласили из Ямайки. Целое там поколение приехало и заняли все низовые ниши на работе. А ямайские мужики, они уже, наверное, во втором поколении были, веселые такие ребята, жизнь в них кипит, они друг друга любят, хохочут, по плечу щелкают, юмен там, брумба там. Приезжают на конечную станцию и садятся козла заливать. Интересно, надо уже за расписание, да черт с ним. Короче, из-за этой ямайской дружбы автобусы 15-го маршрута ходили крайне нерегулярно. И пару раз я опоздал и думаю, так недолго и увольнение получить. И что мне было делать? Я решил вспомнить, что я на велосипеде на даче много очень катался. Ну и по Лондону я видел велосипедистов, так что мне надо на велосипед садиться. Пошел в магазин и смотреть, а там один велосипед лучше другого. По 20 передач, руль такой, и спицы этакие, и шины с белыми боками. Но все стоят приблизительно 1,5-2 моих месячных зарплаты. Я понял, что галочка мне никогда такой роскоши не позволит, тем более денег вообще нет в семье.
Поэтому я пошел на барахолку, всемирно знаменитую Портобелло Роуд у нас за углом, она там была. И если пройти все ряды, то в самом конце там торгуют старыми велосипедами сомнительного свойства. По-моему, почти все ворованные. Я это знаю, потому что потом у меня в течение 30 лет велосипедной езды украли 24 машины. Ворвали регулярно. Причем не просто так, они злостные какие-то воры, но если плохо лежит, они возьмут. Если цепь, то они ее перекусывают, такие кусачки есть с двойным приводом. Так вот, и все, и цепи нету. Потом уж я обзавелся замком U-образной формы из титановой стали. Ну вот с этим уже не воруют, потому что его пилить надо 15 минут. Это уже им лень такое делать. Короче, я купил дешевый велосипед. Маршрут у меня складывался удачный, потому что между Кенсингтоном, где мы жили, и Бушхаусом на Странде, большие парки, Кенсингтонские сады, где сейчас мемориал принцессы Дианы, Гайд-парк, где Гайд-парк Коннор, где там речи толкают. Потом идет Букингемский дворец, тоже там с парками. Но в середине есть такой неприятный перекресток, Гайд-парк Коннор называется. Это где с шести маршрутов сливается транспорт в таком водовороте. Ну и я из парка выехал, еду вокруг меня, такси, автобус, я вспомнил там из правил уличного движения, что мне поворот надо так показываться. Еще я на велосипеде, поворот, а надо притормаживать, иначе врежешься в машину переднюю. Я нажал тормоз, но нет. Педаль назад нажмешь, он остановится. А тут на руках. Короче, на полном ходу мое колесо встало на этого. И все. А велосипед едет. И я через колесо вместе с велосипедом так рыбкой и об асфальт носом. Руку разбил себе. Ну, в общем, все обошлось. Велосипед это, к счастью, скоро украли. Я купил себе уже потом получше и уже потом навострился. Но мой рекорд на работу был из Кенсингтона 28 минут 40 секунд. В общем, немало, но и немного. На автобусе надо уехать почти час. Так вот, Тереза, у которой мы жили, выходила замуж и искала себе дом. Она к тому времени устроилась в британскую библиотеку. И подошла к поискам дома как библиотекарь. Завела картотеку, карточки, писала каждое краткое резюме по каждому адресу. Я говорю, Тереза, сколько же ты будешь смотреть домов? Она говорит, чтобы найти то, что тебе надо, надо посмотреть примерно 80 объектов. И вот она ездила, смотрела, и мне однажды говорит, я нашла для вас чудесный дом, потрясающий потенциал. Я говорю, что значит потенциал? Она говорит, ну он в центре, NW1, совсем близко. Во-вторых, он дешевый. Когда вы его сделаете, он будет очень дорогой. Ну и она говорит, еще один потенциал, из-за чего дом дешевый. Там живет жилец, которого нельзя выселить. Он защищен лейбористскими законами. Ну, я пошел этот дом смотреть. Ну, дом это, внешне, конечно, на дом похож, но это была трущоба. Чистой воды. Ремонта там не делали лет 50, но Тереза меня рекомендовала все время, и я решил, в общем, двигаться вперед. С огромным трудом, занимав там денег у всех знакомых и незнакомых, мы этот дом купили, и я, наконец, с ключами в руках вошел в эту вот фавелу. Решил, но денег уже не было ни копейки вообще, то есть я ездил на велосипеде бесплатно. И питался там на рубль в день, и вот должен был делать сам, как хочешь, так и делай. Ну, я работал кочегаром недолго, имею технику совковой лопаты, отличную. А был матросом, скалывал ржавчину и красил суриком, ну, в общем, и все. Строителем никогда не был. И мне пришлось начать с того, что обдирать стал все старое, крушить там гнилое, кучу собирать. И содрал со стены обои, которые никогда никто не снимал. И клеили слоями друг на друга. И передо мной как геологический слой образовался. Смотрю, самые ранние обои, такие беленькие, на них каких-то
цветочки, почти невидимые глазом, видимо, с деревянных блоков печатали. Это где-то середина 19 века. Потом идут викторианские полоску такие вертикальные. Потом модные были обои, низ сделан из тисненной такой массы, олифа с медом. И такие они тисненные, она глипка называется. Ну и наконец какие-то современные обои там моющиеся. Я всего этого дела надрал, но вот куча вот такая вот, почти с меня ростом. И думаю, что же мне со всем этим делать? В Англии главная проблема, куда деть мусор. Страна маленькая, а мусора все производят много, и англичане люди честные, никогда чужого не украдут, но добавить могут. Если ты взял строительный этот скип такой на 1,5-2 тонны, то его надо беречь как зеницу ока, завязывать брезентом, не дай бог, чтобы кто-нибудь не проник, потому что ночью подкрадутся, то ничего не положит. Короче, у меня тоже была такая проблема, куда эти обои деть. А в моем доме, как и во всех английских домах, камины все были забиты, потому что с 56 года перестали, по закону запретили камины топить, и исчезли вот эти все туманы знаменитые лондонские. А я проломил дыру и увидел, что для камина место есть. Просто надо эту кассету потом будет вставить. И труба там есть, и я видел, зажег спичку, тяга есть. Все, значит, можно сжечь. Я эти обои свалил в кучу, операцию решил проводить 2 часа ночи. Потому что все-таки закон есть, черт его знает. Зажег, сначала не горело. Потом разгорелось все больше, я шевелил, там палкой лежал. Наконец, занялось. Просто как конверт от бессимера. И, значит, приблизительно 2:30 ночи, слышишь, снизу глухо стучат в дверь. Сердце забилось, я спускаюсь, думаю, что полиция может быть. Пожарные приехали меня арестовывать. Выхожу, открываю дверь, и в пасмурной, холодной английской ночи, а это был декабрь, по-моему, или даже январь, стоит 40 или 50 человек в голубых и розовых пижамках и халатиках, в тапочках. Они могли бы меня крыть матом, бить палкой, кричать на меня, но все молчали, и только тихо и вежливо пальцем показывали на. Я спустился к ним и посмотрел. Из моей трубы в черное английское небо шел свирепый поток красных искр. В небо возносился. Они мне говорят, you have set your chimney on fire. Они говорят, ты зажег свою трубу буквально. Почему? Потому что в трубе скопилась сажа там за 100 лет или за 40 лет. Никто уже, конечно, камин не чистил. А сажа – это самый чистый углерод. Горит, как умалишенная. И еще дает вот эти искры. Но я как-то затушил это все. И, ну, слава богу, обошлось. Человек, который занимал 3/8 дома, мужичонка был невысокий, сухонький, губы сухие, такие маленькие. Никогда не был женат, не имел детей. С женщинами я его не видел. И это такой тип, который существует вообще 1 на 100 в Англии. Такой асексуал. Я вспомнил, сразу увидев его, пьесу, фарс такой есть, называется «No sex, please, we are British». Пожалуйста, только никакого секса, мы британцы. И вот это был асексуал, не гетеро, не гомо, а а. То есть не хочу, не могу, не буду. Мне все это не надо. Но в довершение всего его звали мистер Пит. Я узнал его имя по письмам, которые пришел в субботу, значит, увидел на полу, а он то ли спал, то ли еще не подобрал. Выяснилось, что он активист профсоюзного движения, какой-то там даже организатор, и член коммунистической партии. То есть я угодил вообще из огня поля. А платил он мне, как домовладельцу, 1 фунт в неделю по ценам 1946 года. Он вселился туда, он мне рассказал, с мамой в 1929 году. Он был маленький мальчик, мы пришли когда в сад, там растет дерево.
Дерево близко к дому. Это опасно, потому что оно корнями залезает в фундамент и все нафиг разрывает там. Он мне говорит, ну ты дерево не будешь резать? Я говорю, а что такое? Он говорит, я его посадил в 30-м году. Мы гуляли в парке, я принес маленький саженец, и его посадил. Ну, в общем, вот такой у меня был сосед. А он, конечно, меня ненавидел как человека, предавшего идеалы рабочего класса и приехавшего из рабочего рая сюда, в капиталистический ад, во-первых. А во-вторых, я был домовладелец, а он принципиально только снимает. Он никакого владения иметь не хочет. И я, когда в пыли, в грязи, там его какой-то туалет штукатурил, он насвистывая выходил и все время говорил, enjoy yourself, то есть наслаждаешься. Но я, в общем, в конце концов ему поднял квартплату тоже по закону. Я вызвал офицера, который после окончания ремонта произвел осмотр дома и так далее. И ему, значит, выдал вместо 1 фунта 8 недель. Это уже был серьезный для него урон. Но потом он эмфиземой умер, дом мы продали и заработали кучу денег, но это уже другая история. Значит, я, первая поп-программа вышла 10 июня 1977 года. Я, в общем, сразу понял, что жанр надо ковать, потому что ничего подобного не было на русском языке, а на английском этого много. У меня там были свои кумиры. Кенни Эверетт, такой человек, который сочинял джинглы сам, пел на разные голоса и делал смешные всякие звуки. Потом был Джон Пил, классик такой английский, он так шутил резко, коротко, он говорит, на Коксфорд-стрит я видел группу японских туристов, они внимательно разглядывали карту Манчестера. Ну, на таких окнах были тяжелые. А еще был такой Терри Уоган, под которого просыпалась вся страна, и в том числе я, но он так шутил элегантно, он такой ирландец, с литературными как бы наклонностями. В общем, из этих трех я начал лепить какого-то среднего. И там, в общем, техника, что позволяла себе сначала говорить только на длину музыкального вступления. Значит, промерял вступление, определял, где ты входишь, где выходишь, писал текст, замерял секундами, и у меня в ранних сценариях все это там прописано. Но вскоре я понял, что, в общем, надо как-то народ развлекать. И вот у меня тут есть вот ранние шутки из... Так, и куда ты делся, товарищ дорогой? Ей-ей-ей. Ну ладно, я тогда потом найду. Ладно, боксом. Примерно в году в 79-м начали приходить письма. Но вы знаете, что в советское время на почтамте был специальный отдел перлюстрации. Там сидели, как мне рассказывали, я сам никогда не видел, люди вокруг огромного титана, знаете, с кипятком. Он кипел, из него выходил пар, от титана в разные стороны шли резиновые трубки жаропрочные, а на концах трубок клестерные наконечники. И они так отпаривали письма, открывали их, понимали, читали, если можно было пропустить, клали назад и отдавали на заклейку. А клеили из бака тоже, макали кисточкой, гумерабик такой, фиговый дешевый клей из рогов и копыт. Я почему говорю, что я много лет рассматривал это все с большим увлечением, в лупу. И мы потом со слушателями всякие игры устраивали. Я им говорил, что вот это письмо КВВК, клей подтек верхнего клапана, потом КВНК, нижнего клапана и так далее. В общем, мы прикалывались на все это, я говорил, работники почты, значит, лучше заклеивайте конверты, аккуратнее вскрывайте их клестирными трубками, ну и так далее. Но первые письма шли в основном через третьи страны. Тогда много было студентов из Сирии, Кубы, каких-то наших друзей, там демократы. И вот они им давали, они вывозили и, значит, посылали мне.
Но потом, в самом начале 80-х, многие, конечно, большинство писем пропадало, люди испытывали неприятности, выгоняли из университетов, институтов, посылали в армию куда-то. Очень много случаев у меня было таких, мне ребята рассказывали. Я когда приехал в 90-м году в Киев, то пришел один мужичок и говорит: я вам писал, у меня были большие неприятности, я сидел полтора года. Я говорю: ну, я очень сожалею, вы меня извините, я как бы этого не планировал и не хотел. Он говорит: да вы не извиняетесь. Я, говорит, через неделю уезжаю в Америку по предпочтительной визе, потому что я пострадал. Так что такие варианты тоже были. Мощная совершенно. Однажды мне принесли письмо, в котором химическим карандашом, каракулями, написан адрес по-русски. Севногородцев, ГБСИ. Письмо это извлекли из бутылки. Бутылку нашли на берегу английского канала. Знаете? То есть какой-то морячок, не знаю, кочегар, моторист, запечатал письмо в бутылку, бросил его в море, и течением его прибило к берегу. Кто-то поднял, увидел письмо, отнесли на почту. Английская почта отдала этот конвертик треугольный на перевод. Там перевели севногородцев в BBC. Они звонят на BBC с почты, говорят: вот у нас такой адрес. Они говорят: но судя по фамилии, скорее всего, это и навещание. Потому что у нас тут 8 телеканалов, там 20 станций на английском языке, вряд ли это наш сотрудник. Звонят на навещание, говорят: судя по фамилии, скорее всего, это русская служба. Позвонили на русскую службу, говорят: да, у нас такое работает, приносите. И вот мне принесли это самое письмо, послание в бутылке. Буквально классическая как бы песня, группа «Полис» спела. Очень были трогательные письма, которые я в руки не мог без слез брать. Мне писали слепые. Писали единственно доступным им способом на пишущей машинке, где тиснением появлялись эти буквы по азбуке Брайля, так чтобы они ощупью могли читать. Приходило такое письмо, английская почта, ничего, конечно, не понимая в этих тисненных шишечках, но зная, что это письмо слепых, отсылала его в Королевский институт. Он назывался Royal Institute for the Blind. Королевский институт слепых. И вот там кто-то переводил это на русский язык, и мне попадали эти толстенные письма с переводом, явно англичанин каким-то или англичанкой написанные, но уже на русском языке. И я помню, я вообще слепым очень сочувствую, и просто слезы лились из глаз, но потом выяснилось, что сами они без всяких комплексов. Из этих ребят, которые мне писали письма, потом образовались радиоэнтузиасты, и они в конце концов создали собственное радио Всесоюзного общества слепых. И уже как ведущий этого радио, потом у меня еще интервью несколько раз брали. Так что эта вся история закончилась счастливо. А затем, когда был президент Рейган, американцы стали размещать крылатые ракеты. Как будто бы у Советского Союза этих ракет не было. В Москве нервничали. И в газете «Комсомольская правда», если я не ошибаюсь, было опубликовано такое открытое письмо президенту Рейгану, написанное как будто бы рукой, таким шрифтом ручным. И было написано: «Dear Mr. President, я там молодой человек, прогрессивный, я за мир, туда-сюда, вы размещаете ракеты, Советский Союз хочет мира», ну, всякая лабуда на английском языке. Один 14-летний парень из Ленинградской области быстро просек, что ему надо делать. Он вырезал бумажку, сделал копию этого шрифта, научился писать точно так же, написал то, что ему было надо, и поскольку на почтамте эти письма шли десятками, сотнями и тысячами, у цензора глаз был замылен. И он, естественно, его пропустил. И вот я получаю это письмо, и там написано: «Dear Mr. President, привет, Сева! Времени мало, шутить не будем! Давай, играй то там, присылай это!»
И по его следам потом довольно много пришло таких писем. И начальство, видя некоторую активность, выдало мне небольшой бюджет. То есть говорит, ты можешь делать там угадайки какие-то и посылать пластинки. И я потом взял на себя этот труд. Труд, конечно, не был. Я в неделю паковал и сортировал там до 40 альбомов, пластинок, внес их на почту. Часть, конечно, пропадала, часть таможня умышленно била молотком, но многие дошли, и потом мне люди показывали, что для них это было большое событие, и что они эти пластинки в конце концов получили. Когда письма стали уже интересные, то я по письмам начал делать передачи. Но не все письма интересны. То, что в эфир не выходило, я складывал в другую стопочку. Эта стопочка росла, я перевязывал ее бечевкой, клал на антресоли, эти стопочки росли. Я эти письма не мог выкинуть. Вот люди писали, ну как я, это же не макулатура, это же документ, усилия людей. И я потом, менялись семьи, адреса, я приезжал, вечно эти письма за собой волок куда-то. Вечно была проблема где-то их куда-то положить, на шкаф или еще где. И, наконец, в 2014 году мне удалось, перед самым наваждением завести, мне удалось эти письма пристроить. Их взял в Америку Гуверовский институт, архив Гуверовского института. Я запаковал эти огромные коробки, там 120 или 150 килограмм бумаги, все это прилепил объяснительные записки, там свои фотографии, там совсем. И все эти письма уехали, и я теперь всем, кто мне писал, говорю, вы мне писали? Они говорят, писали. Я говорю, так вот теперь ваши письма в Гуверовском институте занимают в архиве 6 метров 34 сантиметра полочного пространства. И на ваших письмах, я говорю, лет через 300 кто-нибудь защитит докторскую, а может даже или кандидатскую степень. Вы поймите, время же меняется очень быстро. Там пройдет 100 лет, уже не будет никакой клетчатой бумаги, не будет этих ручек лиловых, не будет этих там каракуль и так далее. То есть это документ эпохи. Мне говорят, а как это все назвать, вашу коллекцию? Ну как? Становление молодежного сознания в 70-е и 80-е годы 20 века в Советском Союзе. Году в 83-м я случайно получил повышение по службе. Значит, объявили должность такую редакторскую. Ну, почему-то они решили, что из меня что-то получится. И я получил эту должность и выяснилось, что делать там совершенно нечего. То есть я должен следить за развитием там, таланта у коллег, раздавать чего-то, читать, там, смотреть. Но в общем и целом такого труда, который у меня был раньше, каждодневного уже нет. Ну, в частности, я сидел у телефона, и если звонили английские коллеги, я должен был отвечать и объяснять. Очень часто не могли произнести какую-нибудь фамилию. Ну, собственно говоря, за много лет ничего не изменилось, потому что русские фамилии, английские дикторы, как веркуют неимоверно. Называют, конечно, не Шарапова, а Шарапова, не Кузьмина, а Кузьмина, ну и так далее. И с ними ничего ты не поделаешь, у них так речевой аппарат устроен, и все. Но когда делали, скажем, драматические постановки, то там требовалось правильное произношение. И вот я однажды ответил на такой телефонный звонок, ставили по рассказу Солженицына случай на станции Крещатовка. Потом они меня пригласили с актерами встретиться. Ну, я им, конечно, объяснил по системе Станиславского мотивацию, что они должны чувствовать, когда играют эту роль. Потом они еще меня, еще, и в конце концов я попал в титры, что консультант такой-то. После этого было еще несколько BBC-ских фильмов. Потом режиссер Джон Слесинджер, который снял знаменитый фильм «Midnight Cowboy», возвращался как бы в профессию после провальной картины, и он снимал на BBC пятичастный фильм о перебежчике, вернее, о предателе вот из кембриджской пятерки. Филби там, Берджес, Маклин и так далее.
так далее. Так вот, Гай Бёрджесс, который умер в Москве, там в совершенно спившемся состоянии, в 57 году, уже будучи в Москве, пришел за кулисы в театр шекспировский, который гастролировал. Натошнил ей в раковину, но он же аристократ, у него шарф в осаде. Он говорит: «Дорогая, мне срочно нужны мои шелковые пижамы». Две пары просто. Потом я совершенно поизносился. Местные туфли я носить не могу. Мне нужно, чтобы мой сапожник был с моих колодок. А у него, как у аристократа, конечно, был сапожник. Туфли только на заказ ему шили по его колодке. Там деревянная колодка лежит, его ноги написано «Гай Бёрджесс». Ну и потом мне нужно, говорит, пальто драповое и так далее. «Придите ко мне в гости, я, говорит, все объясню и все вам дам». А это Карол Браун, актриса, шикарная тетка, высокая, мощная, бывший чемпион Австралии по плаванию, пришла в консульство, она тоже англичанка, как бы, и все пофигу. Скажу вам, господа, что до 1924 года у англичан не было паспортов в принципе. Человек приходил на границу и говорил: «I'm an Englishman», и ворота открывались. Вот такие были люди. И, конечно, с тех пор остались люди, твердо верящие в свое высшее предназначение. Вот она пришла в консульство и говорит: «Вот мне Гай Бёрджесс дал адрес, как мне туда проехать?» Я говорю: «Гай Бёрджесс?» Я говорю: «Ну, он же предатель». Она говорит: «Ну, какое это имеет значение? Ему нужна пижама». В конце концов, значит, ее каким-то образом на такси посадили, она нашла этого Гая Бёрджесса, и в фильме это все показано, он в какой-то хрущёбе живет, поскольку он голубой, ему какого-то голубого водопроводчика там дали в пару. Ну, вообще ужас. И он их сидит, играет на рояле, и глядя на этого Колю там или Володю, он говорит: «Это, говорит, награда или наказание?» В аду мужик приходит, а его, значит, знакомит с Мэрилин Монро. Он говорит: «Ничего себе, ничего себе наказание». Он говорит: «Ну, для тебя, это не для тебя наказание, а для нее». Короче говоря, этот фильм получил 5 академий. И я сразу, как консультант, попал на следующий уровень, на голливудские картины. Тут уже в 84 году Голливуд почувствовал, что какие-то идут процессы в России, большой интерес проявился к стране, и они стали делать фильмы, но к тому времени в Голливуде уже поняли, что развесистая клюква, которой все фильмы совершенно страдали, требует некой коррекции. Они, значит, стали уже брать консультантов. И вот тут я попал. Сначала консультантом. Я помню, был какой-то фильм, называется «ГУЛАГ». Кстати, я из-за него уволился с BBC, потому что мы снимали концлагерь этот советский, а у меня там тысячи статистов ходят в отрепьях таких лагерных, но они, чтобы снимать на прокат в этой фирме, они стоят дороже франка, потому что это специальные отрепья художественные. Надо было найти такие тряпки, которых в Англии нет. Знаете, вот холстина, вот, которая у нас есть, тебе могут дать с голубой искоркой, золотой, с прожилочкой, такой-сякой. Говорит: «Дайте мне обыкновенную дерюгу». Да, обыкновенной дерюги у нас нет. У нас только или золотой, или с голубой прожилочкой. Поэтому вот эти лохмотья, которые были созданы для зэков, стоили дикие совершенно деньги. И режиссер не давал отмашку на съемку без того, чтобы я не одобрил. Ну, огромная операция, там свет со всех сторон, там стоило все сотни тысяч в день. И вдруг у меня кончается отпуск, и я должен возвращаться на работу. У меня Барри Холланд, начальник, говорит: «Все, давай, возвращайся завтра на работу». Я говорю: «Барри, я на съемочной площадке, там дикий совершенно объем работы». Он говорит: «Ничего не знаю». Я говорю: «Ну, я тогда вынужден буду уволиться». Он говорит: «Ну, увольняйся, пиши заявление, через 3 месяца я тебя отпущу». А я ему смотрю в глаза и говорю: «Барри, я завтра заболею». Он прекрасно знает, что 3 дня в
Англии человек может болеть просто так. Ах, я не домогаю, я на работу не еду. После этого неделю ты получаешь бюллетень. Но английский врач всегда на стороне пациента. Если говоришь, у меня он тут колет, ломит, а ломит, да, вам надо отдохнуть. Выписывает сразу неделю. И Барри понимает такой порядок действий. Говорит, ладно. Вызвал человека из кадров. Пришел такой сушеный богомол и сразу все разобрал. Говорит, у вас же, говорит, еще есть дни какие-то, забуду щеклот, там-то все. Идите, доканчивайте свой фильм, когда вернетесь, мы вам все устроим. И действительно, они меня уволили, поэтому с мая 1984 года я остался вне штата. И начал делать только программу для них, а в остальном был совершенно свободен. Но эта свобода имела цену. На BBC регулярно происходили сокращения штата. Ну, как я говорю, сколько я помню, сколько я работаю, сокращение происходило постоянно. Но из 17 человек сейчас работает 150. А кого уволить можно, если хоть ты будь самой посредственностью, не умеешь ни писать, ни говорить, но ты на постоянном контракте, под тебя не подкопаться. Ты под защитой английского закона, понимаете? А кого можно уволить? А внештатника. Ему можно с контракта не продлить и все, и бой-бой, до свидания. И я, понимая свою ответственность перед аудиторией, решил не давать такой роскоши BBC, чтобы меня не уволили. И начиная с 1984 года планомерно занимался тем, что становился известным. Давал интервью кому угодно, там, ехал куда угодно, делал все, что угодно, там, работал с аудиторией, писал письма, отсылал пластинки и все такое. Но когда в 2005-м орден дали, тут уже вот они меня уволят. Так, так мы на съемках этого фильма «ГУЛАГ». И там есть сцена, когда зэки в лесу поймали, значит, зверя какого-то пушного, в лесу, по-моему, и протащили в лагерь, может, съесть хотели, не знаю. И Вохра заметила, и там это всякие волнения, туда-сюда, и Вохра эту лесу застреливает. Я выбрал, а у меня такая была роль искать людей на русские роли. Я выбрал приятеля одного, Володю, он работал поваром. Вот такую будку наел. Ну, идеальная вообще кандидатура Вохру играть. Володя подлец запил и на съемке не явился. Режиссер мне говорит, где твой Володя? Я говорю, я не знаю, не пришел и все. Он говорит, ну, ты несешь ответственность. Говорит, раз ты Володю не можешь обеспечить, переодевайся в КГБшника, НКВДшника, иди сам играй. Ну, я злой на Володю вообще, с перекошенным от ненависти лицом, вошел в кадр и все это вообще застрелил в лесу. Они говорят, убедительно получилось. А наш первый ассистент, а на западных фильмах режиссер не кричит сам «мотор», там, «листок», он только так наблюдает, обычно монитор. А все это делает первый ассистент. Он говорит «экшен», «листок», так далее. Так вот, этот первый уходил на Джеймса Бонда. У них особое мастерство, они должны координировать всех движения в кадре оттуда, отсюда, статисты идут, останавливаются, тогда у них своя хореография. Он уходил на Джеймса Бонда, и им нужна была проходная роль для начала фильма «A View to a Kill». Напомню, там действие происходит где-то в Исландии, Джеймс Бонд прячется в ледяных торосах где-то, и там, конечно, всплывает подлодка, специально заготовленная, и он сразу влезает, там диван с шелковым бельем, лежит уже красотка, готовая ко всему и так далее. Но Джеймса Бонда пытается найти советский вертолет. В нем два летчика. Одного взяли поляка, якобы он там что-то такое по-русски знает, выяснилось, он говорить не может. И поэтому пригласили меня как говорящий. Сам вертолет в виде модели 1,5 метра уже уничтожен. Он летал, и мы сделали эти съемки, как в него там попали, как он взорвался, и все погибли. А теперь нужно было снять только людей, внутреннюю часть, так сказать. Я пришел в студию на замызганном полу, какой-то там в
холодной студии со сквозняками, стоит сделанный из фанеры кузов вертолета. Они снимают крупным планом только в окошко. Значит, мы с поляком с этим сидим, я в шлеме. Мне говорят, акшен. Я говорю, а что? Ну, давай, говорит. Я говорю, что давай? Ну, говорит, мы не знаем же по-вашему, по-русскому. Вот ты у нас говорящий, ты и говори. Ну, я тогда, глядя из этого фанерного вертолета на замызганный пол, воображаю себе ледяные торосы Исландии и говорю, попробуй тут найди кого-нибудь этому поляку. Значит, мы отматываем вперед 15 лет. Я уже женюсь на Лёлике, 99-й год. На свадьбу приезжает ее 15-летняя дочь, Настя. Настя, конечно, от мамы уезжать не хочет, и мы решили, чтобы она у нас осталась. Так она осталась. А мы жили тогда в бывшем военном госпитале времен Крымской войны, когда, кстати, воевали англичане с русскими, и раненые англичане нуждались в современном медицинском уходе. Этот госпиталь был построен по последнему слову. Куча окон, свежий воздух, высокие потолки 4 метра. И когда он пришел в негодность, то в 70-е его перестроили под квартиры. Но были места, которые жилыми никак не сделать. И там сделали бар, спортивный зал, бассейн и всякую такую штуку. И вот Настю в этом баре как бы взяли как дочь полка. Потому что туда сходились только жильцы, своя внутренняя безопасная обстановка, они там квасили, дружили каждый день. Они могли там до 2 часов сидеть или всю ночь, вообще никому не волновало. И Настя там учила английский язык, потому что она приехала без языка. И с ней там зазнакомился, она красивая девушка, зазнакомился ирландский молодой актер, рыжий такой, страшный фанатик Джеймса Бонда. Она говорит, да, Настя говорит. А у меня степфатер, мой приемный отец, снимался в Джеймсе Бонде. Она говорит, да, в каком? Она говорит, a view to a kill. А кого он играл? Она говорит, летчика-вертолетчика. Попробуй тут, найди кого-нибудь. Еще одна роль меня обломилась, когда я консультантом пришел на фильм «Шпионы, как и мы». Это такая комедия, и нужно там было 2 персонажа, таджикский горный патруль. А режиссер Джон Лэндис со своеобразным чувством юмора всегда на такие роли приглашал людей, знаменитых в другой области. В частности, таджик номер один был югослав, живущий во Франции, прогрессивный режиссер Коста Гаррес, который искал для своей новой картины финансы, и Джон Лэндис говорит, я тебе помогу, но ты мне роль сыграешь. Но поскольку Коста Гаррес по-русски не очень, мне нужен был второй человек. Я пришел там консультант, что-то им советовал по костюмам. Они меня привели в комнату, посадили перед камерой и говорят, ну давай, говори что-нибудь. Ну что может сказать человек, выросший в Советском Союзе, прошедший октябрятство, пионерство и комсомольство. Я сразу им сказал, шуршит по крыше снеговая крупка, на Спасской башне полночь бьют часы, знакомая, негаснущая трубка, чуть тронутые проседью усы. Они говорят, дать ему роль сразу. А третий эпизод был уже не связан с моим нахождением в кадре. У нас была консультационная фирма Russian Roulette Limited, русская рулетка. Ну, потому что риск большой, там, или пули в лоб, или жив остался. Звонит нервный американец, продюсер. Мы, говорит, снимаем фильм «Супермен 4». Открываются кадры, советский космонавт, в свободном космосе в полете, чинит Международную космическую станцию «Мир» и себе поет внутри своего скафандра песню «My Way». Русский. Должен вам сказать, что слова этой песни сочинил Поль Анка, американец.
но музыку он не писал. И когда Поль Анка запросил сумасшедшие деньги за право использования, американцы обратились тогда к композитору. А песня, это выяснилось, французская. И французский текст никакого отношения к пафосному «My Way» не имел. Она называлась в оригинале «Comme d'habitude», как обычно. И они взяли музыку и текст и отослали это все в переводческое агентство. И вот эту абракадабру прислали мне. Продюсер говорит, у нас что-то слова в музыку не влезают. А «Comme d'habitude» — это как обычно, и там были такие слова. Каждое утро, как обычно, я встаю, кушаю булочку и пью кофе, как обычно, потом еду на работу, как обычно. В общем, чушь собачья. Он говорит, что вы можете сделать? Ну, я говорю, я могу вам текст новый написать. Ну, говорит, давайте. Сначала я пошел к поэтам, к знакомым. Но они за такую гадость не берутся. Это опозоришь имя свое на всю жизнь. Я не знаю. Войновича, например, до самой смерти припоминали, что он написал песню «Я верю, друзья, в караван и ракет». Знаете, это его слова. Так что, кроме Тёмкина, у него еще было и темное прошлое. Так вот, я с отчаяния сел и написал сам. Ну, я себе представил какого-нибудь Лещенко такого или певца, знаете, который вот так вот поет. Чугунный голос поставлен, и он по моей теории должен был петь такие слова. Мой путь, он долгим был, но я в его прошел сначала. Мой путь, он труден был, я шел вперед, мне было мало. Я был порой неправ, я признаю, без сожаления. Я жизнь прожил бы снова, без сомнения. Короче, я поляку отдал этот текст, чтобы он выучил. Прихожу на съемки, поскольку речь идет о космосе, наш поляк висит подвешенный за попу на трусике, в воздухе плавает, ему тесно, неудобно, костюм давит, в скафандре неудобно, дышать нечем, а там микрофон у него, и он начинает петь. Мой путь, он долгим был, но я, и дальше дело не пошло, он так на этом я бы остановился. Если так и не получилось. В 2004 году, а в Англии почту, знаете, как доставляют, прямо в дверь почтальон в щелку сует, на весь дом, на всю лестницу. Они падают и на ковре лежат на полу. А потом жильцы подбирают, там раскладывают по полочкам, или сам свое убираешь. Я пошел, зная, что почта пришла, спустился в халатике, в тапочках, подобрал письма. Ничего не понимаю, одно письмо с какими-то вензелями, коронами, какими-то знаками красными. Пока достал читать, вообще ничего не понятно. Пришел на кухню, говорю, Лёлик, послушай, может, ты что-то поймешь. А там в этом письме говорилось, уважаемый там сэр, меня по имени, мы собираемся номинировать вас на награду. Но пишем к вам в связи с тем, чтобы узнать, согласитесь ли вы эту награду принять, если наша номинация реализуется, и эту награду вам дадут. Я говорю, что значит согласитесь принять? Объясните мне, пожалуйста. А мне объяснили знающие люди, что в рядах либеральной интеллигенции, особенно в театральной области, главная доблесть и почесть не получить звание сэра, а от него отказаться. То есть давали, а я не взял, полто не надо. Ну, я сел, написал письмо, что, конечно, почту за честь и все такое. Тем более, что такой орден до меня получал только Анатолий Максимович Гольберг, знаменитый наш комментатор. Но он русский постольку-поскольку. Он в 2010 году родился, в 2015 они уже все уехали в Берлин.
Он вырос в Берлине, там учился в Бельгии, там во Франции, еще где-то. Он говорил на 5 или 6 языках. Русский один из них, потому что он в русской службе работал. Но у него никакой связи там ни с Россией, ни с Советским Союзом не осталось. Так что он, конечно, был мой коллега, но в общем и целом можно было считать, что как бы я первым пересекаю эту линию почета. Потом мы уехали на Виргинские острова на Новый год, потому что у нас там кусочек маленькой земли и сарайчик такой. Там хорошо зимовать. А землю мне продал местный негр Клифф. У них у всех голос очень громкий, как у ямайцев тоже. Они крепкие ребята все, и голос, как японская труба. Он меня, слово «сева» выговорить не может никак. Вот ты его как учи. У него «сева» выговаривалась как «сибл». Но «сибл» — это женское имя. Поэтому он меня звал «сибл бой». Он утром приходит и говорит: «Hello, сибл бой! How are you this morning?» Жутким огромным голосом. Так вот, перед Новым годом, а он в соседнем доме жил там, мы снимали один дом у него, а рядом другой. Он с балкона кричит: «Сибл бой, there's a telephone for you!» А телефон есть только у него, у меня нет. Я пришел, говорю: «Алло», звонил Ленечка, который меня на BBC привез. Он говорит: «Севочка, видел твою фамилию в наградном списке. Газеты опубликовали. Так что все, у тебя, так сказать, все в порядке. Готовься». Когда мы вернулись домой, пошли какие-то из дворца бумаги, такие пропуска, сякие, договоренность там с видеокомпанией, с фотографами, какой костюм носить там и так далее. Ну, в общем, целая папка там всяких бумаг. И в апреле, наконец, 5 апреля 2005 года, мы на скромненьком семейном старом «Мерседесе» въехали в Букингемский дворец, там уже место было заготовлено. Я в цилиндре, соответственно, в черном фраке, брюки в полоску специальные, специальный галстук и все такое прочее по дворцовому этикету. Встречали нас пара шикарных мужиков двухметровых кавалергардов. Вот посюда, в лаковых сапогах. То есть смотрится сегодня неоднозначно. Проводили нас в картинную галерею Ее Величества, но там скромно так висят Рембрандт, Микеланджело. И все, каждая картина миллионов на 80. Окон нет, свет падает только сверху. И пришел шикарный придворный такой мужчина с палашом. И не назойливо, с юмором, как уже с благородными джентльменами, дал нам инструкцию, как надо себя вести. К Ее Величеству спиной не поворачиваться, когда к ней подойдешь, то она заговорит первым, вы будете отвечать. После первого ответа в конце надо добавить обязательно «Your Majesty», «Ваше Величество». А при последующих ответах, чтобы не повторяться, добавлять всегда короткое слово «man», «yes, ma'am» или там, а «man» как «джен», вот так же произносится. Короче, когда вы... 313 человек. И для каждого у нее уже был заготовлен материал для разговора. Она говорит: «А вы на Всемирной службе работаете?» А я говорю: «Да», потому что мне награду давали за заслуги в радиообщении. Я говорю: «Туда-сюда, тогда-сюда». «Давно?» Я говорю: «Да, вот уже тут 35 лет, или сколько там лет». Она говорит: «Ну и о чем вы, значит, рассказываете, о чем, например, вы сегодня будете рассказывать?» Ну тут уж я увлекся разговором, и говорю: «Сегодня, конечно, буду только рассказывать о том, что со мной сегодня произошло и где я был в Букингемском дворце». А слово «нам» не добавил, может быть, даже 2 раза. И мне показалось, что в глазу у Ее Величества стальная искорка какая-то проскочила. И знаете, страшно сразу стало. Разговор наш потом кончился, и я, отойдя на 5 шагов, как было положено, именно удалился. Там есть одна техническая подробность, потому что если бы королева прикалывала ордена всем на грудь, все бы пальцы исколола. Поэтому на ордене
был одет незаметное маленькое колечко. А нам на груди у всех укрепили незаметный маленький круглый ковчежек. Поэтому королева, делая награду, одевала колечко на крючочек. А там уже потом в вестибюле колечко снимали и там отдавали тебе орден в первозданном виде. Вот. Ну и, собственно говоря, настало время фокуса повернуться спиной к вам. Королеве я не мог, а к вам все-таки рискну, потому что корнет Оболенский надет ордена. Специально вез спрятанный в кармане, чтобы вам показать. Мне говорят, ну как ты с орденом нам? Зарплату повысили в два раза, я говорю, не рубля. Ну пенсию так большую, я говорю, не копейки. Ну а что, чтобы тебе орден подают? Я говорю, ничего, есть, правда, одно преимущество, которым я не воспользовался до сих пор. Это при соборе Святого Павла, знаменитый английский собор, есть большая часовня. И вот члены вот этого ордена, орден у англичан не железяка сама, и не награда, а общество людей, как рыцарский орден. Так вот, члены ордена имеют право этой часовней воспользоваться, скажем, для крестин, там, или для свадеб, или, не знаю, не дай бог, похорон. Вот. Но я этим пока не воспользовался, но помню, что такая возможность у меня есть. С супругой путешествуем, когда ты бывает попадаешь в какую-то дурацкую обстановку. И у тебя вынуждены там 20 минут или полчаса вынужденного безделья. И я вот начал на буквально подножном корму, на каких-то бумажках, которые валяются вокруг, что-то такое чирикать. Так появилась коллекция так называемых салфеточных стихов. Они все на разных салфетках из разного периода, из разных мест, тихо, очень хрупкая коллекция. Первая загадка про жену. Это кто за мной бежит, то потеет, то дрожит, ночью крутится, не спит, в ванной по полдня сидит, но зато как отпотеет, но зато как отдрожит, как нагреется под душем, то приняв румяный вид, с чашкой кофею сидит, улыбается. А вот ясно, что мы тут летели Аэрофлотом. Я схватил конвертик для тошниловки и написал стих, потому что Лёлик неудачно меня схватил за палец. Зачем ты палец мне ломаешь над Копенгагеном летя? Ты, видно, жалости не знаешь, как неразумное дитя. Мой указательный мне нужен. И хоть не пользуюсь я им, являясь идеальным мужем, но все ж для сжатия в кулак он пригодится еще как. У моей жены, у Ольги, ее зовут Лёлик, мы вместе 20 лет уже, нет недостатка. Ну нет просто, мы идеальная женщина. Когда я на ней женился, недостаток был один. Маленький, один. Она иногда говорила слово «волосы» в единственном числе. Ну, может быть, во дворе кто-то плохо на нее повлиял, бывает, знаете. Ну, я же не могу жене сказать, ты говоришь неправильно, там обижать ее и так далее. Поэтому деликатно я сочинил ей салфеточный стих. Я раз во сне увидел грезу, что я стою и проливаю слезы. В руке моей ножница одинокая, и брюк клетчатый в шкафчике висит, и волос мой уж больше не блестит, и бус янтарный качества высокого. Нет множественных чисел, я так одинокого.
А это я и оставил на таком большом конверте, что пришло из банка. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, еле сдерживая рвоту, вышел зайчик на работу. Мы пришли в какой-то бар в Париже. Гринбергером звали то пиво, и было оно столь красиво, в фужере с орлом, на коротенькой ножке, стоявшей на тонкой зеленой подложке, где выведен был итальянский сапог, что я не раздумывал, просто не смог. От планов пить чай отказались, и пиво себе заказались. Всегда в путешествиях возникает проблема переедания. Ну тут поел, потом там остановился, поел. Завтрак на завтрак, обед на обед, так как в поэме кирпич на кирпич. Только там дачу построил сосед, а здесь от запора скончался Ильич. На эту же тему. Здоровье в голоде, а в сытости порог, сказал он, утирая рот от торта. Мы люди ведь особенного сорта, еда нас не полнит, она ведь нам не впрок, а дома ждет-пождет подруга клизма, она манит, как светлый призрак коммунизма. Одно время я увлекся игрой на бирже. Ну, не советую вам этим заниматься, но стих там появился. Вы любите финансы, депансы, балансы, трансферы, маржу, кривые Фибоначчи, когда все биржи скачут? Я так с ума схожу. Как на душе тоскливо, когда как в дырку слива все деньги утекли. Хотя из той же дырки в процессе перетирки они вновь появились и даже укрепились, ты только посмотри. Ой, от волнения, братцы, я начал запинаться и даже заикаться, с ошибкой говорю. Но вы меня поймете, стихи писал в полете, а во-вторых, финансы, ну, очень люблю. И последний стих появился в Бельгии. Мы с Лёликом зашли в ресторан и заказали два буйабеса. Буйабес — это такой богатый рыбный суп. Ну, у нас бывает тройная уха, уха, а тут какая-то двадцатерная. И подают его в огромной кастрюле. Две кастрюли буйабеса, синие, с эмалью, из-под крышек тучи пара, и за дальней далью в глубоком полумраке плавали лангусты, 23 породы рыб, мидии. Капусты мы в кастрюлях не нашли, но была картошка, разомлевшая в бульоне. Было нам немножко жаль, что силы оказались так совсем неравны, одолели половину. Все же не бесславно кончилась та битва с синей кастрюлей. Под огромным впечатлением, под неслышный стук колес, я сие стихотворение из каникул привез. Есть такой анекдот, когда сын приносит отцу табель, и сын, и отец смотрит. Русский язык 2, математика 2, география 2, физика 2, химия 2, физкультура 2, пение 5. О, говорит, он еще и поет. Но я вот примерно из этого анекдота. Перед тем, как издавать звуки, я вам скажу, что из всех американских президентов я больше всех уважаю Билла Клинтона, потому что он играл на саксофоне. Но как бывший саксофонист, я вам скажу, что такое игра на саксофоне. Берешь эту здоровую балду у меня одну, и надо вставать в угол, чтобы слышать собственный звук, и начинать ду. Подогни, и в это время ты слушаешь внимательно звук, который ты издаешь,
и сравниваешь его с воображаемым звуком, который ты хочешь достигнуть. То есть занятие на саксе для Клинтона было идеалистическим упражнением. Он хотел воплотить какой-то звук, который он мечтал создать. Если бы Билл Клинтон, саксофонист очень посредственный, появился бы сегодня вдруг здесь, то, уверяю вас, вы бы слушали его как минимум полчаса. Почему? А все-таки был Клинтон, президент Соединенных Штатов. Я, конечно, не президент Соединенных Штатов, но некоторые заслуги перед Отечеством имею, и поэтому рассчитываю на внимание на последующие три песни. Ну, они все разделились из салфеточных тоже стихов. Просто некоторые из них переложил на звуки. Сейчас у нас. Маэстро, дайте гитару. Спасибо. Значит, первый случай произошел в Москве, в Китай-городе. Еще гостиница «Россия» была не разрушена. Мы приехали на какие-то телевизионные съемки. Ну, я вроде бы наменял этих рублей УЕ. Знаете, тогда они назывались. Доллары назывались УЕ. Этих УЕ я наменял на рубли вроде бы достаточно. Но когда пришли в ресторан, сели обедать, выяснилось, что нам принесли какую-то минеральную воду за непонятные деньги, за 5 УЕ. И рублей этих не хватило. Ну, идиотская ситуация. Понимаете, карточек они не берут, наличных у нас не хватает. Я Лёлика направил в гостиницу России за подкреплением, за деньгами. А сам остался там с салфеткой в руке и с ручкой. И начал что-то чирикать. Вот из этого родилась песня. О, богатырская наша сила, жаль, только денег не хватило. Вот нас вот вела вода за 5 УЕ, маман ее, пардон, мые. Солянки рыбные, плавали колбасы, официанток, жировые массы, трясясь лениво проплывали мимо. Ах, Родина, как ты порой невыносимо, пришлось мне сидя с умным видом чирикать что-то на салфетке, пока Меркурий крылоногий нес подкрепление рубля из номеретки. Вот тучи разошлись, становится светлее. Ах, Лёлик, деньгонос, приди, приди скорее. Вторая песня появилась на пути из Лондона в Манчестер. Я зачем-то ехал в командировку. И глядя в окно поезда, никак не мог понять, почему английская природа отличается от русской. Русская вся торчком, дыбарем какая-то непричесанная, ломаные деревья, кусты какие-то. А в Англии все как будто бархатом покрыто. Зеленые холмы ровненькие, зелененькие, все так переливается. И понял, в чем дело. У англичан на лугах круглый год пасутся овцы, которые все подъедают, удобряют и так далее. И я вообразил себя лицом кавказской национальности, которому овца близка, он ее понимает, может быть, даже пас. Он хочет выразить обуревающие его чувства. Слов на русском языке не хватает, он их тут же на ходу выдумывает. И эту песню, в принципе, хорошо бы спеть ансамблю Орена на 6 голосов. Но ансамбля нет. И 6 голосов нет, поэтому буду исполнять один.
Отца. Ты газонокосилка, вернее, газоноживалка. Зеленого бархата гладкий холм, невольная ты создавалка. И тут хурара расступает на шесть глазов. Зеленого бархата гладкий холм, невольная ты создавалка. Венец полевого творенья, вся жизнь твоя пищеварение, глядя, удивляясь народы, на цепь безотходной природы, глядя, удивляясь народы, на цепь безотходной природы. Любовь я зеленою гладью все время хочу повторять я. Отца, ты газоноживалка, и ты же его удавлялка. Я для себя эту песню как бы на английском языке пою. И вот одна из 30-х годов написана с таким оптимизмом о том, что дождь — это деньги, которые падают с неба. Пенсы, копейки, pennies from heaven. И что если хочешь быть богатым, то зонтик надо перевернуть вверх ногами. И вот эти вот набранные деньги, за ними можно расплачиваться за цветы, там, за все, что хочешь. Называется Pennies from Heaven. Every time it rains a dream, Pennies from Heaven. Don't you know which cloud contains Pennies from Heaven? You'll find your fortunes falling all over the town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear a thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me. Every time it rains a dream, pennies from heaven. Don't you know which cloud can win? Pennies from heaven. You'll find your fortunes falling all over. You must have showered.